Добрый день, Сергей Язовский, агентство недвижимости Spine Tour из города Аликанте, предлагает вам посмотреть квартиру в районе Кампоамор, а это место, где мы находимся. Пойдемте. Наш дом выглядит вот так, и наверху на самом мы видим террасу. Входим в подъезд, вот так он выглядит. Вперед. Поднялись на лестничной клетке две квартиры. Заходим. Зашли в квартиру. Видим коридор. И из коридора налево. Смотрите, как все симпатично сделано. Палочки декоративные. Налево идет зал. А из зала терраса. Очень большая и просторная. Давайте посмотрим. Предметный зал. У нас диван, видите, здесь. Здесь проживает сейчас семья. Соответственно, как все есть, так и есть. Что где лежит. Посмотрели, да? Большие, широкие достаточно двери здесь, и окно есть. Солнца очень много, поэтому они даже закрываются постоянно. Вот тольдосами наверху. Здесь можно жить совершенно спокойно. Сторона солнечная, видите, собачка лежит. Кошечка здесь, от кошечки одна выпала уже. Сеточка есть. А там у нас Санта-Барбара и море. Море видно. Средиземное море. Солнце сейчас 10 утра. Бьет прямо в камеру. Понятно, да? Большая, хорошая солнечная терраса. Когда зимой у всех холодно, здесь тепло и уютно, даже вот этой вот черепахе. Идемте дальше смотреть. Большая квартира. Направо у нас по коридору идет длинный, достаточно широкий коридор. 4 комнаты. Первая у нас также направо. Кухня. Видите, спокойно может сесть 3-4 человека. Стоечка вот такая. Здесь у нас холодильники, бытовая техника, телевизор. Все, что надо для жизни. И для удобства. Кухонная стеночка. Симпатично, все приятно сделано. Итак, отсюда еще у нас есть вот такое помещение, полностью застекленное, где находится стиралка. Далее выходим. Здесь же газовый котел. Так. Вышли, идем далее. По коридору нашему. Следующее направо. Санузел. Очень вместительный. По сравнению со стандартными санузлами. Даже вот ванна такая, очень приятная, плиточка хорошая, все замечательно. Вышли, идем далее. Здесь у нас следующая
идет первая комната. Она у нас как гардеробная. Когда большие квартиры, у людей есть возможность иметь собственные гардеробные в одной из комнат. И большой шкаф встроенный. Проходим далее. Одна комната и еще две. Здесь хозяйственные вещи и окно есть в патио. Маленький офис. Так, и здесь у нас такой широкий коридор, чтобы можно было разойтись. То есть там он узкий, здесь пошире намного. И пошли в спальню. Так, заходим. Здесь у нас окно большое, хорошее. Оно смотрит на улицу. То есть в той комнате в патио было. Здесь на улицу. Виды. Большая, хорошая, уютная комната. Очень приятно. Все чистенько, аккуратненько. И последняя тоже спальня. Чуть поменьше размером. И тоже с окном на улицу. Такая вот хорошая квартира предлагается агентством Spintour в районе Кампо-Амор. Совсем недалеко от нашего офиса. Делаю последний проход. Налево комната. Еще налево комната. Вот здесь комната еще одна. Все. Санузел. Кухня. Выходим. Буквально 200 метров и начинается зеленый парк.